Наша группа уже успела проникнуть в атмосферу Мехмата и считает его одной большой семьей, одним большим королевством. Именно поэтому мы попытались провести аналогию между нашим факультетом и королевством Средиземья из романа «Властелин колец». Итак, где-то на равнинах Шира маленькие первокурсники не могут отыскать новую аудиторию. Друзья, что же делать? Никто не знает, где наша аудитория. А времени до пары осталось совсем немного. Нужно спешить, ведь опаздывать нельзя. Да, тут-то с этим точно построже, чем в школе. Да-да. Я знаю, нам нужно сходить к Курцеву Белому. Он нам точно поможет. Но маленькие зеленые хоббиты не знали, что на пути у них стоит магический буфет, мимо которого невозможно пройти, не купив гондорскую сосиску в тесте. Обычно так все и опаздывают. Нам всем, пожалуйста, пососите в тесте. И разогрейте их. Они и так теплые, пойдет. Нам нужны горячие, а эти уже остыли. Так, берите эти и убирайтесь, если не хотите, чтобы остыли ваши тела. Хоббиты двинулись дальше в путь, но за углом поджидало новое испытание. Слушайте, мои первокуры хоббицы, проход закрыт, пока вы не отгадаете загадку. Что написано на этой табличке? Непонятно. Какое-то странное наречие. Похоже на эльфийский. А, я знаю. Это опять этот шалунишка Леголас. Леголас Лавелас. Это определение последовательности каши. Правильно, проходите. Но тут хоббиты вспомнили, что им нужен свиток с рунами, подтверждающий принадлежность их к Мехмату. А взять его нужно в деканате. Здравствуйте. Свиток нам нужен. Свиток что с рунами? А на луну-то вы смотрели? Луна сейчас 3-4 четверти, а свитки только после 4. Неужели никак нельзя договориться? Нет, мы не подкупны. Всегда можно договориться. И вот на горизонте уже забрежил свет, и из темноты выпала заветная аудитория. Но не успели хоббиты зайти в нее, как из затворившейся двери показалось всевидящее око Нины Владимировны. Очень жаль, но я вас уже отметила. Моя прелесть. Все же, несмотря на все невзгоды, лектор хоббитов был добр и разрешил им войти. Хоббиты сели на места и начали слушать лекцию. А то, как их разбудили одногруппники в конце пары, это уже совсем другая история.